вода пропускается. Здрасте, может ли что-то эзотерически означать тот факт, что в дом часто затекает вода, если не через крышу, то в окно, кран, стену, одну дырочку ремонтируешь, другая появляется. Это говорит о том, что энергетически помещение нечистое, и энергетически помещение не поставлена защита. Также, что я рекомендую делать? Необходимо энергетически закрыть ваше помещение. То есть вы же знаете, как это делается. Обвели, сожгли, запустили туда свет, яркий свет, начитали мантру Катеви Катероса Грасамани Соха. И после этого можно каждый день читать мантру Катеви Катероса Грасамани Соха. Почему? Это духи, и это духи, которые создают воду. Такие духи тоже есть, они тоже... Обычно это духи Лилит, холодные духи, водяные духи, духи воды. Как духов воды устраняют? Разжигают костер на блюдце, умывают лицо, умывают этим огнем всю квартиру. Берут камфору, берут вот такие, сейчас даже покажу, как выглядит вот такое приспособление. Вот такое приспособление. Кладут сюда 5 кусочков камфоры. И вот ходите и читаете Ом Катеви Катероса Грасамани Соха вот так по всей квартире, мысленно представляя, будто вы эту квартиру как бы можно огнем этим вот так ее как омывать. Вымойте квартиру огнем. Такое, кстати, приспособление можно приобрести у меня на сайте duiko.market. Это приспособление для как раз вот таких обрядов. Это обряды холодных духов или духов воды. Действительно, такие духи есть. Это духи Лилит называются, и они существуют. Духи воды.